Гельманов Артемий Владимирович, тренер юниорской команды девушек. Тренер девушек. То есть у нас сегодня задача на тренировке. Сейчас девочки на разминке. У нас 30 минут на разминке. Затем мы в техническую часть включим работу с одной палкой по переменным ходам. Работа с другой палкой, со сменой палки. Затем будет одновременный одношажный ход без палок. И без палок по переменный ход будет. То есть основные задачи — это восстановление навыка передвижения на лыжероллерах, потому что это у нас вторая тренировка только на лыжероллерах в этом году. Ну и состав команды практически на 80% новый. Поэтому изучить девчонок больше даже задача, у кого какие проблемы. Девочки, сейчас основная часть у нас начнется технической работы. Начинаем с одной палкой, работаем. То есть поднимаемся в этот подъем полностью, разворачиваемся там же, где вчера разворачивались на дабл-пулинге. Спускаетесь, вот на стадионе около столовой здесь разворачиваетесь и на второй круг. То есть по два круга с каждой палкой, затем снимаете палочки полностью без палок, два круга. И затем переходим на одновременный одношажный ход. Одновременный одношажный ход у нас будет вот от фишки и вот до фишки. То есть самое главное, на что обратить внимание, одношажный ход вы отработаете, задание здесь получите, корректировки получите, разворот вот на той фишке. Потому что оттуда народ летит, скорость большая, поэтому повнимательнее разворот. Там мы, конечно, вас будем направлять, поэтому будьте внимательнее, чтобы ни с кем не столкнуться. Сейчас по одной палочке снимаете, давайте по правой снимаете, с левой палочкой по два круга поехали. Основные задачи. Коленочко накрывает стопу, таз над пяткой и отталкивание под собой полной стопой, на носок не встаем. Ножку сзади попрямее. Друг другу распределитесь маленько. Ну, до этого у нас прошла разминка, то есть подводящие упражнения на земле. В принципе, проект на лыжи уже снимал такую подводящую работу. То есть мы то же самое сделали в кроссовочках и сейчас уже переносим эти движения на роллеры. Еще раз повторюсь, что у нас это вторая тренировка на лыжероллерах. Состав практически на 80% обновился. У нас с прошлого года только два человека осталось. Поэтому изучаем народ. Как показывает практика, вот спортсмены, которые приходят в юниорскую команду, все-таки они больше времени спортсмены проводят тренировочного времени именно к коньковой дисциплине. Классику, видимо, или намазаться сложно, или как-то с лыжами сложновато. В классике проблем больше обычно. Это вот как Женя Крупицкая, она пришла, очень яркая конькистка была, но вот за три сезона она очень хорошо подтянула классику. Вчера смотрел, как она тренировку техническую у Олега Арестовича делала. Ну, прям молодец, гордость берет. Сильно в классике добавила. Ну, вот на технической части мы стараемся как бы пульсовые зоны сильно не соблюдать, потому что, чтобы качественно толкнуться, там, естественно, пульс будет завышаться, он заходить в третью зону. Поэтому ограничения никакого не ставится. На разминке это у нас преимущественно первая, вторая зона. Хорошо, хорошо, Лиза. Стопу вперед проталкивай, ножку сзади попрямее. Ира, в момент проноса маховой ноги чуть подсед побольше. Катя, ногу прямее сзади, не подгибай. Подсед, 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 Алина. Вот, вот, пружинка должна быть. Аня, хорошо. Олеся, подсед, подсед. Через подсед все движения. Ногу сзади не бросай, Олеся. Вот Олеся сразу ярко видно, что она более склонна к коньковой дисциплине. То есть в коньке она с девчонками в порядке идет, а вот в классике ей не хватает маленько.
технического навыка. Надеюсь, за лето мы это все исправим. Хорошо, хорошо, даже сказать нечего, молодец. Ира, подсед, подсед, через подсед. Ты сейчас идешь только за счет колеса. Колесо держит, а на лыжах надо будет подседать. И порезче подседать, пружинка должна быть. Катя, ногу прямее сзади. Акцент на отталкивание, Алина. Раз, раз, раз. Колесо держит пока что. Руслана, не выглаживай, не выглаживай. Акцент на отталкивание. Напрыгни, напрыгни на лыжу. Ногу не подгибай сзади. Сзади ножку поактивнее, Арина, вперед. Хорошо, Аня. Постой, 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 постой. Смотри. Вот у тебя нога вышла на опору. В момент проноса маховой ноги у тебя подсед и выталкивание. Ты с прямой ноги толкаешься за счет колеса. У тебя сейчас колесо держит, а на лыжах уже этот вариант не пройдет. То есть подсед и выталкивание должно быть. Поняла? Многие тренеры на роллерах не практикуют вообще на классике. В основном даблпулинг. И вот тут тоже кто-то говорит, это ошибка на роллерах кататься. Надо на лыжах только всегда передвигаться, чтобы загружать именно лыжу. Но у нас нет таких условий, чтобы постоянно как-то на лыжах кататься. Поэтому приходится напоминать спортсменам, что они отталкиваются за счет колеса преимущественно. Лиза, хорошо, только таз и плечики на ногу выход. Ира, подсед, подсед. Через подсед, не забывай. Пятку не закидывай, ножка прямая сзади. Вот, вот, Алина, лучше, лучше уже, молодец. Выход на ногу, таз, плечи. Не спеши, не спеши. Руслана, хорошо, но чистишь. В мощность больше старайся, в мощность. Хорошо, ногу не подгибай сзади только. Олесь, стой, стой, стой. И смотри еще, обрати внимание. Ножку сзади ее не бросай. То есть ножка, она у тебя вперед должна уходить. То есть, а ты ее сзади бросил, и потом уже подтаскиваешь к себе. Это как, ну, двухопорный ход получается. То есть, у меня вот эта нога, правда, болит, но вот должна ты ее вперед протаскивать и на ней уже выезжать с корпусом. Поняла? И все так же через подседик. Про Олесю хотелось бы отметить, что у нее одни из самых, наверное, лучших, кто в команде сейчас, девчонки, присутствуют, одни из самых лучших данных по медицине. Поэтому, если все нормально, мы техники по технической части направим, я думаю, в этом году она может очень хорошо спрогрессировать. Но она, к сожалению, последний год в юниорах. Но надеюсь, мы исправим этот вопрос. Сейчас девочки полностью пойдут без палочек.
ногу попрямее. Катя, в чистоту не уходи, через мощность больше старайтесь. Руки вдоль корпуса, не надо в стороны их разводить. Вдоль корпуса рука идет. Вот. По роллерам. В этом году мы получили лыжероллеры марки IDT коньковые, колесо номер 2. То есть это, ну, практически такие соревновательные роллеры. Ну, для юниоров они подходят как нельзя лучше, потому что, ну, народ еще не настолько сильный, не настолько готовый, чтобы там на третье колесо переходить, поэтому нам достаточно второго колеса. И опять же, у нас в этом году покороче платформы. Так что, ну, на конек у нас вот такие лыжероллеры, а на классику у нас Swix на алюминиевой платформе в этом году. И традиционно там третье колесо. Лиза, стой! Давай. Сейчас смотри. Одновременный одношажный ход от фишки до фишки. Внимательно спускаешься вниз. Посмотрела там, развернулась. Также по этому же кругу разворачиваешься. Обрати внимание на что? Отталкивание. Ножки с подседа. То есть оттолкнулась. Но здесь еще приподняться на ноге можно. Но с подседа именно выталкивание. Одновременный одношажный. Ручки также работают, ну, как с палками. Все. Одновременный одношажный ход, отталкивание через подсед. То есть вот смотри, с подседа пошло отталкивание. Здесь до фишки, да? До фишки. Там аккуратно разворачивайтесь и по этому же кругу сюда. 10 кругов таких, девочки. Руслан, одновременный одношажный ход от фишки до фишки. Все упражнения не с прямой ноги, через подсед. Поняла? Все, поехали. Пониже подсед. Вот. Пружинка, чтобы была в ноге. Ну как, нормально? Ну, вообще больно. А что, больно ногу? Я натерла. Пятку? Обе. Не, тогда это давай палки бери. Палки бери, и тогда надо было пульнуть. Ты иначе сейчас палки, пятки снесешь. Помощнее. Алина, хорошо, только тазом. 10 кругов. Только тазом еще выходи на опору. Подседа добавь маленько в момент отталкивания. Вот. Роллер вперед. Лера, хорошо, молодец. По-моему, вы уже заканчивать должны. По-моему, да. Наверху там народ едет. Таня, сейчас можно использовать полный круг. У вас осталось где-то в районе 48-50 минут. Ну, до 2:30, да. До 2:30, да. Ну, усталость-то есть? Угу. Это хорошо. Так у меня пульс шарашит. А, да, на техническом хоть как у тебя будет шарашить. Поэтому замен все первый, второй. Когда хорошо начинаешь толкаться, он сразу повышается. Итог. Ну, посмотрев на всех девочек, конечно, очень много слабых мест, но в первую очередь я увидел, что не хватает и силовой работы. Ну, это, так скажем, наживное, потому что в течение микроцикла у нас, получается, 3 силовые работы традиционно проводятся. Я думаю, мы наверстаем это все. Если появится, так скажем, мышечный корсет, уже и техника исправится, соответственно. Поэтому будем над этим работать.
палки эксклюзивные, я так понял, мамин. Да. Еще у меня своего. Еще нету. Все, скоро появится.